Ну, всем welcome, это снова я. На этот раз я нахожусь на станции Кебукова. Сегодня тут проходит фестиваль танцев. Вот это у них шапки. Типа крабы или кто? Раки? Раки-отшельники. Ты там кричишь, а? Сколько там флагов сзади? Два. Даже дети там есть. Yeah.
веселенькая, есть песня. Интересно, интересно. Тут и не только такие есть выступления, много очень разных групп со всей Японии приезжают, выступают, университеты, школы, разного рода кружки, как бы хобби, центры. И вот такие песни выступают, танцуют. Очень интересно. Там какие-то татарские национальные костюмы прям. Я, конечно, не специалист, но прикольно. Прям агрессивная музыка. Ребята, они с Ибараки Кена приехали. Это далеко, это километров так, это 200-300 километров где-то от Токио. Сейчас надо будет тут станцевать. Эти тоже какие-то агрессивные ребята. Надо голову беречь надо. Лопушка прилетит еще, не дай бог. У них там традиционно японский символ. А, дерево подстригут. И Кири-Киримай называется у них. О, переоделись. Далеко за ними идти надо будет.
Я побегли. Вот такой вот фестиваль проходит в Японии в октябре месяце. С вами был Дэн, если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. А мы с вами увидимся в следующих видео. До новых встреч!